Здравствуйте, это программа «Вопрос эксперту». Я Рамиль Багманов. Рамиль Багманов, первый заместитель президента Лиги студентов Республики Татарстан. Мой ребенок учится в колледже, каждый год участвует в студенческой весне, чтобы показать свой талант, и каждый год не выигрывает и не становится лауреатом. У меня вопрос, есть ли возможность попасть в состав делегации в российскую студенческую весну? Студенческая весна – творческий фестиваль для студентов. Чтобы попасть на российскую студенческую весну, нужно очень постараться и как минимум входить в лауреаты или победители фестиваля. Также эксперты наших направлений тщательно отбирают тех, кто сможет представить нашу республику на федеральном уровне. В прошлом году Татарстан стал единственным регионом, ставшим призером на российской студенческой весне колледжей и вузов. А в этом году делегация колледжей из 100 человек едет представлять свои таланты в город Ставрополь.